На протяжении 10 лет Центр дополнительного образования детей и молодежи совместно с Брестской городской организацией Белорусского общества Красного Креста дарит детям настоящий праздник – новогодний утренник. Местом притяжения детей и взрослых стал актовый зал центра, где можно было не только посмотреть новогодний спектакль, но и окунуться в атмосферу веселого праздника и долгожданного торжества. Молодое поколение – это наше будущее, будущее нашего города. И все мы в преддверии от Нового года стремимся сделать для нашего будущего праздник. Праздник всегда новогодний – это ожидание какого-то чуда, ожидание исполнения желаний предновогодних и ожидание того, что в новом году эти желания обязательно исполнятся. В спектакле приняли активное участие ученики брестских школ, которые занимаются в клубе веселого настроения и Академии молодежных инициатив. Воспитанники центра сами проявили инициативу, а их преподаватели помогли воплотить их креативные идеи в реальность. В нынешнем году спектакль был построен таким образом, что зрители не только наслаждались актерской игрой героев, но и много играли вместе с любимыми персонажами, отгадывали загадки и танцевали. Инициативные дети, которые сами даже предлагают какие-то образы, сценарии, чтобы будущим детям было интересно смотреть на этот спектакль. В этом году это получился интерактивный спектакль с элементами флешмобов, с элементами интерактивных игр, с помощью мультимедийной презентации делали какие-то интересные такие, скажем, фишки, которые были бы детям интересны и запомнились бы в этом году. Мы готовились очень долго, на протяжении месяца. У нас акция, это уже шестая наша сказка, наши дети. Конечно же, все дети ждут это с трепетом, поучаствовать в таких сказках новогодних, чтобы подарить детям какую-то сказку, настроение хорошее новогоднее. Вот. Мы принимали участие в написании сценария, придумывали игры, танцы. Малефисента, Красная Королева, Доктор Стрэндж, Белоснежка – все эти герои из разных сказок и фильмов пришли на новогоднюю елку, чтобы поздравить и подарить детям из центров коррекционно-развивающего обучения «Стимул» и «Веда» настоящий праздник. Для каждого ребенка это новогоднее представление много значит, ведь несмотря на то, что это особенные дети, им также важно почувствовать немного любви, тепла и внимания. В завершении мероприятия детей ждали новогодние подарки. Средства на них собрали благодаря помощи неравнодушных брестчан и волонтеров отряда «Инсайт», которые принимали активное участие в оказании помощи для решения существующих проблем. Волонтеры Красного Креста в торговых точках собирали пожертвования через копилки Красного Креста, закупили эти подарки. И вот мы таким образом решили порадовать деток сладкими подарками. Собираем подарки своими силами, студенты отзываются, у нас получается с каждым годом, на удивление, все очень будет. Хорошие подарки, мы стараемся разделить радость и принести тепло души своей. Наступление Нового года ждут все с нетерпением. Этот праздник сформировался еще в 18 веке. И до сих пор дарить подарки, новогоднее настроение – это один из самых значимых моментов праздника. Дарья Рычко, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «БукТВ».